В Сартовальском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток. В темное время суток он катался на питбайке и врезался в автомобиль. С травмами ребенка доставили в Сартовальскую ЦРБ. В этот же день в Волонце под колесами автомобиля погибла 12-летняя девочка. Подробности аварии рассказали в госавтоинспекции Карелии. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗИЛ совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода дороги на велосипеде. В результате наезда девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась. С начала года на дорогах Карелии произошло 63 ДТП, в которых 83 ребенка получили травмы, двое детей погибли. 7 дорожных аварий зарегистрировано с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Уже с начала сентября на дорогах Карелии произошло 4 аварии, в которых 2 ребенка погибли, трое получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции просят родителей детей быть внимательнее на дорогах. Госавтоинспекция призывает родителей, чьи дети совершают самостоятельные прогулки, в том числе с велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности, как можно чаще напоминайте правила безопасного поведения на дороге, контролируйте маршруты передвижения детей. Не допускайте к управлению мототранспортом детей, не имеющих на это специального права.